сегодня у нас прошел теннисный турнир, организованный компанией FIT.PROM Geldor Trans, нашим генеральным спонсором, партнером. Теннисный турнир, который собрал обширную географию участников. Москва, Новокузнец, Белокурий, Хабийск, Барнаул, Новосибирск, Томск. Турнир был парного формата. Выиграла его команда из города Новосибирска. И в финале у Таличей турнир оставил только положительные отзывы. Люди довольны организацией. Погода не подвела, в принципе. Не сильно жарко было, немножко дождь покрапал, но ничего. А что бы вы сказали тем, кто только хочет приобщиться к этому виду спорта? Я хочу, чтобы пришли, проверили, не слышали никакие домыслы, что это дорогой вид спорта, недоступный. В городе Барнауле очень серьезный теннисный клуб, узко специализированно теннисом занимается. Очень сильная детская школа, у нас очень сильные тренера. Постоянно приезжают тренера из Соединенных Штатов Америки, повышают мастерство. Так что добро пожаловать всем, приходите.